Курица счастья. Пусть жизнь не оставляет, пусть жизнь несправедлива и не оставляет пространства для маневра, хотя все-таки оставляет. Но я могу посылать тебе перышки счастья, белые, пушистые, невесомые, для которых не существует материальных пределов. Так подумал ты, получив мое письмо, в котором я предлагала вернуться в пространственно-временные границы пространственно-временного континуума. Шли, конечно, перышки все лучше, чем ничего. А я пойду, пожалуй, своими земными ногами по земле, чтобы найти быструю, бегающую, живую, еще не ощипанную курицу своего счастья в этом мире. Курица счастья.